Я очередной раз приветствую всех своих подписчиков и случайных зрителей, которые зашли посмотреть, что же новенького у меня свершилось. Свершилось это давно, это было летом, температура воздуха была плюс 30, и я наконец-то решил заняться левой аркой на своем автомобиле, потому что она пришла в абсолютную негодность и зияла вовсю дырками. Хейтеров, которые сейчас будут оставлять свои комментарии, прошу удалиться от экранов, потому что видео не для них. Видео для рукастых и тех, кто, по крайней мере, доверяет немножко своим умениям и знаниям. С чего все началось? Арка у меня цвести начала давным-давно. Я ее немножко поправлял. У меня нет особого желания тратить 20-25 тысяч на то, чтобы восстановить вот эту вот железяку. Да, ее можно восстановить железом, да, ее можно восстановить за денежки. В магазине все продается, и это стоит реально денег. Я поступил другим путем. Я имею опыт работы со стекловолокном, поэтому я сделал именно так. Я полностью убрал всю ржавчину. До меня ремонтировалась уже эта арка. Я здесь полностью зачистил, замазал, убрал практически всю ржу, до которой мог достать. Видите, сколько я расковырял? Я так подозреваю, что практически, наверное, у 2/3 владельцев MPV вот такая вот проблема. Со мной эта Mazda живет уже 8 лет, она катается по Питеру, и ей все хуже и хуже. На следующий год я накоплю обязательно энную сумму денег для того, чтобы наконец-то заняться вплотную, что левой стороной, что правой. По большей части меня, конечно, беспокоит правая сторона. Обратите внимание вот на этот удалитель ржавчины, который делают в Крыму. Вот такая вот интересная паста, которой многие пользуются. И я, кстати, тоже пользуюсь. Ее очень просто использовать. Нужно немножко нанести кисточкой, подождать полчасика, смыть водой, еще раз нанести, ну раза 2-3. В общем, я эту процедуру провел для того, чтобы хоть немного законсервировать ту ржу, которая у меня вылезла и лезла дальше. Пороги я залил мовилем, насколько это можно было и доступно. Вся работа у меня заняла буквально там пару часов. Все это делалось, опять же, во дворе. Кто знает меня и кто смотрит мои ролики, знает о том, что я делаю все во дворе, но за собой всегда все прибираю для того, чтобы мои соседи меня не ругали. Это чревато. Во дворе меня все знают, что я копошусь постоянно со своим автомобилем, что у меня какие-то там бывают косяки. Я не такой человек, который из-за любой болячки полезет и повезет автомобиль свой на СТО, за редким исключением. Вот обратите внимание, как выглядит автомобиль после того, как я его обработал удалителем ржавчины. Просто супер. Использовалась также болгарка, использовали щетки. Здесь я нанес стекловолокно аккуратненько, нежно, не спеша, по чуть-чуть, помаленьку. Смолы не жалеем. Жара стояла плюс 30, смола взялась вообще очень хорошо. Результатами я, в принципе, остался доволен. Но самая проблема состоит в том, чтобы выводить вот эти углы, да, и выводить вот эти вот загибы. Очень сложно. Нужно немножко подождать там полчаса примерно, для того, чтобы хоть немного схватилась смола, и после этого только что-либо производить. Здесь тоже смолы я не жалел, закатал все дырки таким хорошим-хорошим слоем. Вот обратите внимание. Ну и как вам результат? Прикольно, да? Фотографии конечной, как у меня это все дело получилось под краску, здесь в этом ролике не будет, но в принципе вид вот такой вот живучий, нормальный. В принципе, меня это устроило. Пока временно, как временное явление на этот год, этого безобразия хватит. Все, всем пока, до новых встреч.